Так, всем привет. Это незапланированное видео. Сегодня мы едем с бусом навстречу бультерьеров. Я немножко снарядился, чтобы запечатлеть все самое интересное. Ладно, поехали. Посмотрим, кто же сегодня пришел на эту встречу. Здравствуйте. 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 Тише, Гриша, ты меня сейчас собьешь. Вы что-то постарше выставляли, самого бэбиком. Или не знает на кого просто. В смысле одни бультерьеры? Это что такое? Обычно одного вижу максимум. Привет. На кого на это? Здравствуйте. Конечно. Да. Здорово. 9,5. Месяца? Да. Ой, нет, вру, нам вчера было 12. Нам вчера было 12. Сосед для нас активный сейчас. Да, Андрея. Всем присмотрели. Вот твои фоминик. Так, фотик пока уберу. Ну давай, иди побегай. Косатик самый маленький по размерам. Я контролирую. Поводок. А это тоже миник? Переросток. Слушай, он, кстати, вообще на него не реагирует. Удивительно. Он вообще на него не реагирует. А сейчас он будет на него залазить, он среагирует? Ничего страшного. Нет, потому что сейчас еще все впереди. Я понимаю. Ну, вот к кому-то мы терпимее относимся, хотя мы за агрессора. Я первый раз вижу, чтобы он вот так терпел. Когда его нюхают. О, вот наши. Здрасте. Ты сегодня прямо... Да, я вообще еще фотик убрал пока. Ну смотри, у него прям это... Все, ваш нам больше не интересен. Гриша его просто там все это уничтожил. Все, Лея пришла. Да, был? Вот, ну-ка, нельзя, что там подбираешь? Гриш, да ты смотри, вот просто. Он же это. Да, нет, заминировать надо. Конечно. А вам сколько? Три будет через месяц. Нам посмотрим, не пристает. Да, конечно. Пристает? Походу, Гриша поправил нам мозги. Он реально устал, походу, все уже надоели. Вот. Ну, еще не совсем, конечно, но тем не менее. Снифель просто большой для него, поэтому он его будет. Пить будешь, босс? Пить будешь? Нет? Босс, нельзя? Нет, нельзя? Нельзя! Так, Бус как будто бы готов что-то позаниматься. Так, Бус, сидеть? Сидеть? Молодец. Лежать? Молодец. Так, Бус, давай попробуем. Так, вперед. Молодец. Так, давай вниз. Вниз. Давай. Вперед. Молодец. Давай. Вперед. Ух ты, молодец, какая собака классная, оказывается.
Молодец. Да ты сладкий. Молодец. Молодец. Опа. Так, не тебя просили. Так, давай. Так, вперед. Молодец. Все в тыну брать. Сбегай быстро печь. Я чувствую, да, что ты уже рад встрече. Вот. Папа. Ну, к сожалению, могу резюмировать, что это до конца тусовки. Лу. Лу-сухожор. Лу, пошли. Все, куда вы гонялись с ним? Что-то у вас какие-то приключения были? Куда? Ну, мы ездили Кавказ, Крым. Кайфово. Ну, холодно, да, пока в Крыму? Не, нормально. Ну, не купаться, конечно, но так. Не, мы просто что-то как-то гоняли где-то. Внимание, Россия. Лиля, я бы пока не стал его отпускать. Нет, пока. Не надо. Мы сейчас уйдем все. Он себя в последний раз что-то не очень добрым показал. Так, мое где? Нет, ты как дела? Хорошо, пока. Ты посмотришь одним глазком, я пофоткаю. Всех. Так, вот это, наверное, зря. Так, я тебе сейчас коляску поставлю. Он нафиг идет с коляской, он даже не тянет. Только ставишь его рядом с коляской, все. Коляска. Ловится хороший мальчик. Сразу видно, что здесь стандарт, да? Бося, нет. Вова собрал всех собак. Это не у меня было. Вот, ну-ка не дзю. Иди, давай, подпиши. Опа. Да что ты за такое существо, а? Ладно, я посмотрю. Давай, спасибо. Тоже не залез.
Я тут с моря приехал. Сейчас все. Становится хороший мальчик. Сразу видим, что здесь подарки. До свидания.